Всем привет, с вами Лиса Ран, и сегодня я буду смотреть новый клип EXO, который вышел сегодня, то есть 15 часов назад. Надеюсь, это видео выложу сегодня, потому что я постараюсь для вас. Ну чё, мы тогда погнали, да? Резкое начало. Это штука висящая. Мне напомнила горящая машина BTS. Fire. Кофе ногами сделали вообще. Вот этот мне нравится. Ой, если что, я вставлю. Иди, его только что скажу, что танец у них тут классный, по сравнению с другими. Ну вот эта штука висящая, ну вообще, как так можно? Давайте сделайте ногами. О, боже. Что-то делал возле разбитого стекла, фотка в Инстаграме видела. Мне нравится вот этот момент. Но танец, скажу, что лучше, чем в остальных клипах, и определенно песня лучше, чем другие. Вообще, я EXO не очень-то люблю, потому что они меня вообще не цепляют. Их песни меня не цепляют вообще. Вот из их всех песен мне ни одна не понравилась. Почему? Я не знаю. Нет такого, что хочется слушать их, смотреть их клипы, нету просто. Да я даже некоторые клипы вообще до конца не досматривала. Танец понравился, да, особенно с дрыганием ногами. Мальчики, конечно, красивые, все красавчики. Да. Только они тут немного побитые все. Как вам этот клип? Понравился вам этот клип? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно.
Также напишите в комментариях, какую ли мне реакцию снять. Может, с братом еще снять видео. С братом BTS на Fire я уже записала, так что мне осталось ее смонтировать и загрузить в YouTube. Так что не беспокойтесь. Напишите, на какую еще мне с братом записать реакцию. Хотя вы под тем видео писали. Ну, еще раз напишите. Лишний раз не помешает. С вами была Лиса Ран. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, потому что благодаря вашим комментариям мне хочется все больше и больше снимать для вас видео. До встречи, ребятки!